Видеокурс «Стрит-тай. Самооборона на улице в стиле муай-тай». Узнай секреты самообороны и выходи победителем из любой уличной драки. Ссылка в описании под видео. Привет, бойцы! С вами проект «Муай-тай СиКе» и я Варченко Виталий. Сегодня я хочу тебе показать довольно интересное видео про двух психов, которые своими железными ногами ломают все, что можно только сломать. Железо, доски, камни, кости, все что угодно. Ну, прежде всего, наверное, нужно сказать про тайский бокс. Я думаю, если ты смотришь это видео, ты уже имеешь представление, что это такое. А это один из самых, даже я бы сказал, наверное, самый жесткий вид ударных единоборств, так как здесь работает все: руки, ноги, колени, локти. И практически 90% бойцов смешанных единоборств используют в своих тренировках тайский бокс, так как ударная техника действительно это самая жесткая и самая эффективная. Ну, вернемся к нашему видео. И про ребят на видео я хочу сказать, что мне тяжело назвать их мастерами, да, много пишут мастера единоборств, потому что, как говорил еще Брюс Ли, перебить кирпич это одно дело, но кирпич не дает сдачи. Поэтому, что эти бойцы умеют в ринге, я не знаю, я не видел их боев. Если у кого-то есть ссылки на бои, бои в ринге, бросайте в комментарии, оценим все дружно. Но перебивать камни, кирпичи и доски – это все хорошо и красиво. Но в ринге это совсем другое дело. Поэтому я называю их просто двумя психами, которые не жалеют свои кости. Вам я очень не рекомендую заниматься такими вещами, перебиванием железных палок костями, потому что это все может быть очень чревато. Да, тайские бойцы все набивают голени, потому что в бою ты попадаешь ногами в колени, в локти. Это очень больно, очень травматично. И если вы смотрите внимательно видео, все удары свои, все перебивания эти бойцы делают берцовой костью, не стопой. Потому что если какой-то мастер из вас попробует дома перебить швабру и ударит стопой или в кирпич попадет стопой, это скорее всего трещина сразу или перелом стопы, так как там очень мелкие кости. Поэтому все удары нужно делать только берцовой костью, и в бою точно так же бойцы бьют берцовой костью. Это самый жесткий такой действительно рубящий, пробивающий удар. Как делать набивку, накатку ног? У меня есть видеоурок в подсказках, ты найдешь на него ссылочку, и в описании под видео я тоже, думаю, добавлю ссылку на этом. Почему бы я не советовал тебе это делать? Потому что даже при супер хорошей набивке, я думаю, не у каждого получится дойти до такого уровня. Потому что во многом здесь играет роль физиология, толщина костей, костной ткани и всего остального. Есть ребята, которые приходят на тренировки, и у них постоянно болят ноги. То есть болевой порог очень низкий, и все время человек, даже при работе на мешках, у него болит кость. То есть, конечно, он не сможет добиться такого уровня. Но есть ребята, у которых болевой порог высокий, он не чувствует этого, и он сразу, там буквально через месяц, встает в пары, работает без накладок, бьет в колени, в локти и не ощущает особой боли. Поэтому такие люди могут добиться более-менее результатов, там ломать ногами деревянные доски, но это все бесполезные вещи, ребята. Поэтому не тратьте свое время на эту ерунду, лучше изучайте удары и работайте конкретно под ударное направление, которое поможет вам в бою. И, конечно же, не забывай про мои видеокурсы в описании под видео, на которые ты можешь подписаться на разные темы. На технику ударов тайского бокса, на тайский бокс на улице с применением более к уличному стилю, по физподготовке, по работе на мешках. Если у тебя дома висит мешок, этот курс будет тебе очень полезен. Ты действительно поднимешь свой уровень. Ну и в комментариях я хотел бы, чтобы ты написал, какие темы были бы тебе интересны для обзоров или для видеоуроков по тайскому боксу, по единоборствам или в общем. Ну и, конечно, подписывайся на канал, ставь свои лайки.
И до встречи в новых видеоуроках.